Евразийском экономическом союзе может быть создана крупная транснациональная корпорация. Сегодня в Москве прошла встреча министров промышленности 6 государств ЕАЭС. На повестке важные для союза вопросы – это импортозамещение и единая промышленная политика в ЕАЭС. Обсудили министры и совместные проекты, и транснациональная евразийская корпорация – один из них. Обсуждается возможность ее создания и определяется отрасль, в которой хотя бы первый пилотный проект взять и сделать. Это по аналогии что-то Airbus в Евросоюзе, там Мана концерна, там Porsche и так далее, и так далее. Помимо этого есть большое количество программ и союзный трактор создания, союзного двигателя, и комбайны, и в области АПК. То есть программ в принципе много. Но еще мы не в самом конце. Ближе к концу, но не в самом конце. На встрече шла речь о создании холдинга по производству светотехники. Этому способствует емкий рынок и научные разработки. Еще одна тема повестки – сотрудничество в области космоса. В частности, предоставление геоинформационных услуг.